здесь садик, что обновили здание немножко. Здесь тоже вот магазин большой построен. Вот уже большой. Это как въезд в Карсу. А там может главная дорога и на рынок и дальше ехать. Это Пятерочка здесь, как заезжаешь в Карсу, и дальше там рынок и все остальное. Еще знак обновили в Карсунске. Когда будем выезжать, я вам покажу. Друзья, это все Карсун я вам показываю. Сегодня суббота, рынок. Смотрите, вот тоже здание такое красивое строение. Еще не доделали. Ну, а там аптека. И дальше. Сегодня рынок, народ много, и машин очень много. Вот так вот. Друзья, это все Карсун, ритуальные услуги. Это я иду, смотрите, как на улице скользко. Лед везде. Это я вам иду показать здесь выезд уже, выезжать как из Карсуна. Вот это здание я вам показываю. А я вам, ребят, хотела что показать. Смотрите, вот здесь типа Мегафон стоит магазинчик. А и здесь сразу кладбище. И здесь ходит народ через эти тропинки. Я первый раз просто такое вижу. Здесь рынок, все. И за угол поворачиваешь, раз, и здесь кладбище, и здесь люди ходят. Каждый божий день и на 100 раз по этой тропинке. Вот так вот. Жутковато как-то. Друзья, посмотрите, вон там вдалеке лес и такой вид прекрасный. Он через камеру не передается. Так красиво там горы. Очень красиво. Какой вид, ребята. На улице ветер, правда, ужасно сильный, но все равно. Я вам хотела показать, вот, обновили Карсунский знак. Но старый-то на месте остался, а вот обновленный. Осенью обновили, что ли. Вроде сентября, когда мы проезжали. Вот такой красивый стал. 1647 год. Основание Карсуна.